После реконструкции открыли мемориал, посвященный памяти воинам-кировчанам, погибшим при исполнении своего долга. К скорбному списку из 269 фамилий добавилось еще 14 имен наших земляков. Проект по реновации стелы подготовили заслуженные художники России, чета скульпторов Леденцовых. Поддержал инициативу и депутат Госдумы Рахим Азимов. Как сейчас выглядит знаковое место нашего города, смотрите в сюжете. Плиты открыты. Обновленный памятник воинам-кировчанам, погибшим при исполнении священного долга, предстал перед глазами собравшихся. Впервые его открыли 19 лет назад. Тогда на плитах мемориала увековечили 219 фамилий. Затем в 2005-м появились еще 50 имен. Но время не стоит на месте. К скорбному списку прибавились 14 новых фамилий. Теперь и они навечно врезаны в памятные плиты обелиска. Блашицын Игорь Михайлович, уроженец Кикнура, погиб в 2005 году в Чечне. Бузмаков Владимир Иванович, уроженец Афанасьева, погиб в 2008 году в Ингушетии. Витюков Алексей Викторович, уроженец Мутнинска, погиб в 2013 году в Чечне. Среди 14 кировчан прозвучало имя погибшего в Сирии героя России генерал-лейтенанта Валерия Осапова. Почтить память героя и его соратников на открытии мемориала пришел его брат Сергей Осапов. Очень приятно, что такие мероприятия у нас проводятся. Люди, жители, приезжие, гости будут знать, что на Кировской земле есть такие люди, которые готовы отдать свою жизнь ради жизни, выполняя свой долг. Приложил свои силы к проекту по реконструкции памятника воинам-героям и депутат Госдумы Рахим Азимов. Он выразил соболезнования близким погибших, а также напомнил собравшимся. За прошедшее десятилетие в Афганистане сражались больше 3000 кировчан. Еще 1000 в локальных войнах на территории России и Сирии. Все они отдали свою жизнь, защищая родину. Поэтому сохранить память о героях – наш священный долг. То, что мы сегодня делаем, это в первую очередь для того, чтобы сохранить память о наших героях, наших земляках. Я надеюсь, что этот список больше не будет пополняться. Я хотел бы выразить слова благодарности их родителям, близким, семьям. Это очень большое горе, но мы всегда рядом с вами и будем делать все, чтобы память о них оставалась надолго. Память воинов, сложивших головы на полях сражения, почтили возложением цветов к мемориалу и минутой молчания. Ульяна Ездакова, Владислав Мажейко, Бюро новостей Давича.